это не массаж, это метод лечения из китайской системы Лина. Есть подобные же методы висцеральной хиропрактики, как бы основаны на славянской традиции. Значит, делается такое достаточно сильное глубинное пронятие. Вот я оставляю все так тихо, смотрите. Это не легкое, да, это не легкое, выше из поджелудочной железы. Руки как бы вертикально, убери руки, пожалуйста. Буквально вот так вот вводится, иногда достаточно болезненно для человека. Убери руки. И вот так вот по ходу, вот толстым движением, вот так вот, который идет, вот так вот, делается вот такое, то есть, вот такое вот промятие. Учитывая то, что у него сейчас все это спазмировало буквально, ему это неприятно. Когда мне такой первый раз сделали, я с выпученными от боя глазами говорил, ты как же так можно там порвать все сейчас? Ничего подобного не происходит, но спазм, который есть, он снимается. Можно сделать мягко, можно очень мягко. Да, вот так. Вот по часовой стрелке вот так вот делается. Ну, собственно, все. Ну, то есть, вот таким вот образом, вот так вот. Ну, естественно, как бы правка живота тут становится по-старому. Вот так вот. Делается еще просто поглаживание по часовой стрелке. Это для тоже снятия запора. Ну, все, и, в общем, и очень просто все. А просто, причем, значит, в чем особенность? Вводится и оставляется там на какое-то время, потом убирается, и там снимается спазм. Все, можно включать.